Алиса может не волноваться. Она лучше, чем любая голливудская красавица эпохи немого кино. Алиса и Макс выбрали песню Марка Тишмана «Наш танец» в исполнении Манго и Тишмана. Удовлетворен. Я уже несколько раз говорил о том, что она безумно смелая девушка. Но вот в последних двух турах нашего проекта у Алисы появилась чистота катания. И она может не задумываться, выполнит или не выполнит этот технический элемент, войдет или не войдет в эту поддержку. Она думает о деталях. И именно поэтому номер носил вот такой завершенный характер. Очень красивый. И тут, видимо, и Максим свою руку